Делай бизнес правильно. Не сдавайся. Умышленно вреди своей репутации. Нанимай лучших. Скажи честно, хотел бы ты притягивать к себе деньги, богатство, успех и процветание? Ответ, я думаю, очевиден. Представь, что ты купаешься каждый день в роскоши и изобилии, меняешь автомобили как перчатки и питаешься в самых дорогих ресторанах. Но как быть, если в реальной жизни ты не миллионер, и этого всего у тебя нет? Твой кошелек пустой, а в кармане большая дырка. Ты впахиваешь сутками на тяжелой работе, а зарплаты хватает прожить ровно на неделю. Скажи этому стоп и посмотри это видео. Здесь ты узнаешь, как избавиться от бедности навсегда. Подписывайся. С вами канал «Совет на миллион». Вместе мы можем все. Относитесь к бизнесу как к искусству. Я занимаюсь бизнесом не ради денег. Я уже давно заработал себе столько, сколько уже сложно тратить, говорит Дональд Трамп. Он не любит, когда его называют магнатом или коммерсантом. Трамп считает себя человеком искусства и говорит, что использует деньги, как художник использует масляные краски. Одни рисуют, другие пишут поэзию. А я заключаю сделки. Большие сделки, сказал Дональд Трамп. Чтобы создавать миллиардные бизнес-проекты и генерировать гениальные идеи, нужна интуиция и творческое мышление. Когда Трамп обращался с управленцами и владельцами крупных компаний, он пришел к выводу, что люди, которые создают крупнейшие гениальные проекты, проводят колоссальные энергетические потоки, которые в дальнейшем помогают добиться им успеха. А я думаю, что ваш лайк под этим видео направит ваш энергетический поток в сторону денег. Не сдавайся. Как вы думаете, что отличает успешных людей от неудачников? Мозги, образование, связи, характер. Трамп часто повторяет, что среди его знакомых есть те, кто ходил в одну и ту же с ним финансовую школу, но так и ничего не достигли в жизни. «Умные ребята испугались неприятностей», — говорит Трамп. «Также в кругу моих друзей есть те, кто входит в десятку самых богатых людей планеты. Их секрет в том, что трудности не смутили их. Они не сдавались и дальше пошли к своим целям». Трамп признается, что не является железным человеком. Как и все, он устает. Иногда на него даже накатывает слабость. Правда, ненадолго. Но он никогда не сдается. А насколько ты боишься неприятностей и готов ли ты им противостоять? Напиши в комментариях. Подчиняйся своим инстинктам. Дональд Трамп полагается на свои инстинкты и характерную для него способность устанавливать личную связь с мировыми лидерами. Я очень инстинктивный человек, но мои инстинкты оказываются правдивыми. Когда мне все говорили, что мне не удастся выиграть на выборах, я говорил, что смогу, сказал Трамп. Предпринимательство – это не групповое занятие. Вы должны доверять себе. У вас могут быть солидные академические дипломы, но без инстинктов вам трудно будет подняться наверх и удерживаться там. Это одна из тех серых зон, которые остаются загадкой даже для тех, кто обладает утонченными деловыми инстинктами. Есть неуловимые признаки, которые могут сигнализировать о том, надо или не надо заключать ту или иную сделку, вступать в контакты с теми или иными людьми, считает Дональд Трамп. Завтрашние миллионеры, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы больше людей овладело предпринимательскими навыками. Умышленно вредите своей репутации. Для любого предпринимателя или организации, которые работают в определенной сфере и планируют работать там продолжительное время, честь и деловая репутация являются очень важными качествами. Заработав определенную репутацию, предприниматель может считаться надежным партнером. Но Дональд Трамп придерживается другого мнения, которое выделяет его из толпы. Он провокатор, и ему нравится наблюдать за реакцией. Трамп говорит: «Выдавайте тщательно отработанные крупицы информации. Высказывайте продуманные провокационные мнения, чтобы посмотреть, какой будет реакция. Сказав нечто неожиданное, вы можете получить разоблачающий отклик. Я мог сделать возмутительное замечание на совещании, чтобы посмотреть, станут ли другие участники поддакивать или сопротивляться. Это хороший способ оценить тех, с кем сидишь за столом». Вот такой Дональд Трамп изобретательный. Миллионер из капусты. Ты молодец, что интересуешься финансовой грамотностью и стараешься развиваться в этом направлении. Твоя целеустремленность обязательно приведет тебя к успеху. Если ты считаешь, что ролик был достойным уважения и тебя заинтересовала тема финансовой грамотности, тогда переходи на мое предыдущее видео цитаты Бернара Арно. Его стиль совмещать креатив и бизнес в единое целое поможет тебе создать уникальный бизнес, который сразу же будет приносить прибыль. Жми прямо на экран. Подписывайся. С вами канал «Совет на миллион». Вместе мы можем все.